серьги нашла. Буду одной. Серьги. Очень нужно. Мы бы созвонили. Теперь все на месте. Без сережек, как уши, как голые. Все, едем домой. Отдохнувшие, счастливые, соскучившиеся по детям. Есть такое слово — соскучившиеся. Ремень. Здесь, если ремень, не знаю, что не сделаешь. То есть ремня не будет, очень большой штраф дают. Очень большой. Поэтому ремень всегда есть. Нет ремня — штраф будет. Раньше, лет, наверное, 18 назад, муж тикет получил, штраф получил. О, этих надо снять. А. Этих надо снять. Девушки, вам не холодно? В общем, ему тикет дали, штраф дали. $25. Он забыл. Прошел год. Его за что-то другое остановили полицейские. Ему наручники надели и хотят в тюрьму его запихнуть. Спрашивает, что я сделал такого. Оказывается, это $25 тикет, штраф, который он забыл. Они даже домой письмо не послали, letter, notification не послали, что у вас тикет. В общем, оказывается, когда не платишь, они тебя... В общем, в конце концов, заплатили 550 something рублей. У него водительские права отобрали. Даже этого мы не знали, потому что нас никто ничего не посылал. Нам ничего не посылали, что у вас тикет, платите. Тикет уже почти 500 рублей. И его водительские права. Здесь музыка пойдет. Почему плохо говорю? Ну, стараюсь. Припоминаю. Anyway, и водительские права. В общем, у него есть водительские права. Поэтому он сейчас водит машину, и ремень обязательно на месте. В общем, вы поняли, что я хотела сказать. И 66 рублей долларов заплатили за восстановление водительских прав. В общем, это $25 тикет за эту глупую ремень. Для него стоило почти... жизни. В общем, идем домой, окей? Я все вспомнила. Мороз, остановились за бензином, воду возьмем и будем двигаться дальше. Это terrible казино, Арам? Нет. Что? Без заколонка просто? Выглядит как хотель.
А где казино? О, казино на этой стороне. Некоторые некоторые азартники, которые любят играть в казино, сначала в этом казино играют, как бы удачу проверяют, потом двигаются в Лас-Вегас. Это настоящий кактус. Холодно, помогите. Там воду нужно взять кислые. Вы здесь вам не берем, наверное. Хороший гастейшн. Мы всегда в другом месте останавливались. Ужасно грязный гастейшн. Бензоколонка. Огромная бензоколонка, можно назвать. Целый магазин. Так чисто было все, арам. По-моему, это новая бензоколонка. Я никогда не видела. О, там вода. Здесь целое... Это самое. Для пива. Интересно. Хватит? Хватит. Где наши конфеты? Для оператора Вейт. Для меня простая вода и кислые конфеты резиновые. Очень люблю. Ты не любишь? Нет. Почему так грустно смотришь? Для него всегда чипсы брала, а сейчас чипсы почти не ем. И я не ем, и ему не даю. Вредная я такая. О, тапочки красивые, Ара. Для младшей дочки. О, Ара. Я как ничего не видела всю жизнь, конфет не видела. Какие интересные кактусы резиновые. О, для детей что-то надо брать отсюда. Я уже детям все купила в другом магазине, но им всегда не хватает. О. Обычные шоколады, только как выглядят как чипс. Дети любят. Казино чипс. О, эти тоже любили. Это тоже возьму. И вот это возьму. И все, хватит. А для себя это для детей. О, сувениры какие хорошие. Но нам не нужны. Какая variety, разнообразие этих спайси. Очень спайси, как спайси, она мурца. Острые, острые конфеты. Сладко-острые. Здесь очень любят острые конфеты, острые фрукты. На фруктах эти паудер, порошок такой есть. Кладут и лопают. Я хочу взять Tangy Fruit, резиновые конфеты, мои любимые. Это не мои, это первый раз буду пробовать, премьера. Skittles хочешь?
хочешь? Я щедрая. Если хочешь, маленькую пачку возьму. Нет, спасибо. Пожалуйста. Все. Больше ничего не нужно. Я прямо влюбилась в эту бензоколонку. Бензоколонку. Все есть. Мороженое. Сладкое, кислое, острое. Донаты есть. И красота какая. Сувениры, подарки, все есть. Сколько стоит? Вас не видно. Красивые сережки. И браслеты красивые. $20 браслеты. Наверное, даже ручная что-то работа. А самый сильный, наверное. Че? Это. Сильно? Очень. Это или это, или это? Я не хочу, просто смотрю, любуюсь. Даже запчасти для машины есть. Сладкая вата есть. Здесь все есть, Арам. Конфеты посмотри. Бочка. С детьми надо сюда прийти. Там и карусель есть, Арамджан. Полюбовались? Пошли. А салат дарешь? Я же говорила, они только что открылись. Только что в July, в июле. Мы здесь были в мае последний раз в прошлом году. Сейчас, думаю, многие из той грязной бензоколонки откажутся. В общем, больше туда не будут ходить. Откажется. Откажется. Откаживается. Откаживается, есть. Есть. Есть такое. 100 stations. Смотрите, какая огромная бензоколонка. 100 номеров, то есть, не знаю, как сказать, 100 таких вот stations. Вау.
ես տեսնում էի շիկանքները քո այդպես արևն է փոթորկից առաջ շիկնում մի այրո Շատ էր հարուստ, ու շատ էր ծանր, ծանր մի գանձով